Употреблять наркотики в Чувашии стали реже, но возраст наркозависимых молодеет. Такие данные озвучили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. Число лиц, у которых есть проблемы с наркотиками, в Чувашии уменьшается. Это тенденция нескольких последних лет. На 1 января 2020 года под наблюдением наркологической службы состоят 657 человек с установленным диагнозом наркомания. В 2019 году в сравнении с 2018 годом отмечается снижение числа больных наркоманией на 6,8%. Это хорошие новости, теперь о плохих. Рынок синтетических или химических наркотиков развивается быстрее, чем на них реагируют правоохранители и законодатели. Дилеры постоянно вводят на рынок так называемые новинки, которые в разряд наркотических или запрещенных веществ еще не успели внести. А значит, и продавцы, и покупатели уходят и от учета, и от ответственности. Мы с вами все являемся свидетелями того, что появляются все новые и новые виды веществ наркосодержащего характера, которые, скажем так, находят пути и каналы дохождения до наших детей, в том числе в образовательных учреждениях. Очень важно, обсуждая вот достижения прошлого года, конечно же, выработать более эффективные механизмы борьбы с этим погодным явлением уже на будущие периоды. По официальным данным, сейчас наркопрепараты употребляют 39 несовершеннолетних. Хуже всего ситуация в Канаше, Новочебоксарске, Алатыре. Мы изымаем, вы извините меня, по 150 закладок. Вот последние, сколько у нас было задержаний? Килограммами изымаем наркотические вещества, которые поступают сюда. Надо что-то делать. Главное, что нужно сделать, уменьшить спрос, который и рождает предложение, считают специалисты. Это задача профилактических программ. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.